берегись! Так, ты вообще в сторону отойди! Дизайнерские элементы обязательно должны быть на корабле. Флаги на прошлом корабле были, на этом тоже обязательно должны быть. Еще бошку дракона надо будет перетащить. Так, куда бы четвертый запердолить, а? В прошлой серии мы начали строить новый корабль. Мы, конечно же, не успели его достроить, поэтому сейчас его надо привести в порядок уже прям до конца, чтобы больше света было. Окошки нужны везде. Я очень люблю, чтобы было все посветлее. Бочки. Пойдем бочки расставлять, что ты там смотришь. Давай, давай. Так, ага, здесь поставим вот так плиточку, на них бочки. Ой, не сюда, не сюда, не сюда. Ты этого не видел? Вот сюда бочку надо. Вот сюда. И еще у нас должны быть тут... Ой, shift правая кнопка, shift правая кнопка. Порох, порох. На каждом пиратском корабле должен быть порох обязательно. Так, порики, инструменты. С этой стороны, я думаю, надо тоже поставить одну бочечку. Слушай, ты, может быть, поможешь мне в этой жизни? А? Чё? Ага. Бери рамку, ставь ее на бочку, туда пиндюль золота. Давай, давай, давай. Так, я где-нибудь еще вот тут поставлю. Слушай, Кать... Это, а может, кораблем в следующей серии займемся, а? Тут просто, ну, немножко другие у меня планы намечаются. Не поняла, какие у тебя там планы? Ну, корабль, в принципе, он же, его же всегда в любой другой момент можно достроить, получается. Он же никуда не уплывет, это же Майнкрафт, он плавать не умеет, корабль. А может, мы в другое место пойдем, я тебе там кое-что показать хочу. Не надо мне ничего показывать. Корабль вообще самое главное место у нас в городе. Мы обязательно его должны достроить в этой серии. Ты чё, давай, ты поставил золото? Молодец, правда, не с той стороны, но так тоже сойдет. Давай, давай, еще надо строить и тут не перестроить. Мачты недостроены, внизу недостроены. Пойдем, давай. Да, я тебе говорю, это всегда можно будет достроить в любой другой момент. Я тут просто тебе хотел сказать то, что мне сказали подписчики, то, что сказали мне сказать тебе, я пришел сказать тебе. Тут, Кать, если прям приближаться ближе к делу, подойди вот сюда. Если приближаться ближе к делу, там это самое новая версия Майнкрафта вышла. Да вы чё? Да какие обновления? Да у... Нет! Мы только спокойно жить начали в этой жизни, ты чего? Спокойно, каждую серию начинаем, работаем. Опять эти обновления, нет, ни за что, все, я пошла корабль строить. Подожди, не, это не то, что ты подумала, это адские обновления давным-давно уже закончились, это другие обновления. Еще хуже! Адские обновления, это вообще просто отвал башки был какой-то вообще в прямом и переносном смысле. Я больше не хочу. Это ты сейчас так говоришь то, что ты не хочешь. А когда я тебе покажу, что за обновление обновили, ты просто настолько сильно закричишь, потом в обморок потом даже упадешь. Я тебе обещаю. Просто главное, пойди со мной, я тебе покажу, что там добавили. Пожалуйста. Это я в обморок упаду? Да ты вообще гонишь. Ничего подобного такого не будет. Ну пойдем покажешь. Спорим? Вот спорим, что не упаду. Спорь! На что спорим, что ты в обморок упадешь, когда я тебе вот это сейчас покажу? На красный гриб. Да на кой фиг мне твой красный гриб сдался? Давай спорим с тобой на то, кто проспорит, выполнит любое желание того, кто ему это загадает. Заметано. Давай. Крылья в зубы, фейерверки в руки и полетела давай. Вот мы с тобой полетим за 20 тысяч блоков вот это вот нашего места. Так это еще и лететь куда-то надо. Кошмар. Ну ладно. Упадешь в обморок, я тебе обещаю, Кать, упадешь! Ну вот, уже упала. Давай, ты там главное не отставай, мы с тобой припаркуемся, давай где-то вот здесь, вот вижу там шахту, там еще одна шахта, вот давай вот сюда. Ой-ой-ой, да куда же идти-то? Здесь так. Наша остановочка. Вот. О, даже не умерла. Отлично. Еду с собой взяла хотя бы немного, а то у меня только 21 рыбка есть, а? У меня всегда с собой стак жареной курочки. Ага, это замечательно. А вот это еще больше замечательно, чем замечательнее. Прыгай давай сюда в шахту. Слушай, мы с тобой так давно в шахте не были. Зачем мы сюда вообще идем? Обновление Майнкрафта следующее будет в
шахте, Кать. Поэтому мы с тобой сейчас вот туда и будем спускаться. Слушай, ну обновление в шахте это почти то же самое, что и в аду. Это оба два места такие себе, не очень. Страшно, опа! Опасно. Дружок твой сзади подкрался незаметно, мы его даже не увидели. Они мне больше не друзья. Пойдем отсюда. Ну я, мне просто любопытно, что же он там такого продает? Транспортная компания. Кать, пурпурный краситель. Да ну и пофиг. Все, вали отсюда, не нужны мне твои красители больше. Я обиделась на него. Ну, я бы на твоем месте так вот скептически не относился. И горюльщики, господи! Это реально последний раз в жизни мы в шахте. Когда мы в шахте были, Кать? Серии 160 назад, если не больше. В самом начале мы были в шахте. В самом начале мы были. Но сейчас, Катя, аккуратно. И что самое главное, внимательно. Потому что тут столько всего понадобавляли, то что честно. Я тебе говорю, когда ты это увидишь, и охнешь, и ахнешь, и переахнешь, и все, что только можно. Только, пожалуйста, реально, в обморок не падай лишний раз, а хорошо? Я даже не представляю, что там такого может быть, что в шахте мне может понравиться. Ну я бы тебе прям сейчас бы уже сказал, что здесь тебе может понравиться. Но тогда я испорчу весь сюрприз. Стой! Обернись! Обернись! На меня обернись! Чё? Подожди. А вот как раз-таки вот это уже первое, что добавили в Майнкрафт, но я это тебе даже показывать не хотел, мы это случайно нашли. Сейчас, подожди. Чё ты там копаешь? Нифига себе, ядрить, колотить, тут 4, даже 5 штук, 6 штук, 7 штук, 8 штук, 9 штук, 10... Да ты успокойся! Да подожди. 10 штук в одном месте нашел. Подожди. Опа, иди сюда, спускайся, опа, мы с тобой даже шахту еще какую-то нашли, смотри. О, нормально, неплохо. Чё ты там нашел уже? Смотри, иди сюда. Я в паутине застряла, спасибо. Ну быстрее иди сюда, давай! О, всё. На! Смотри прямо сейчас, смотри. Хоппер Ори. Ну, и чё это? Ты на русский переведи, еще как бы перевода нет, на русский переведи. Так, Купер, это Купер. Мини-Купер, машина такая есть. А Ори это печенюшка. Машинная печенюшка? А ты тупая или почему? А что это, я не знаю английский, давай рассказывай. Хоппер на английском это медь. А, медный купорос, купорос. Чё ты несёшь, мать? Это медь! Медь! Да... Медь! И чё? Не я мёд! Должна была от этого это в обморок не... упасть. Да, так это не от этого ты в обморок, хотя от этого ты тоже в обморок упадёшь, но чуть позже, когда я тебе это объясню. Сейчас ты, Катюха, опа, сундук, и иди убей скелета, иди убей, а я посмотрю, что в сундуке. В обморок ты, Катя, от другого, вот хлебушек хотя бы, и факела хлебушек, вот, нормально. Ничего потом... не понимаю вообще. Так тебе и не надо пока ничего понимать, ты так и скелета и не убила, да, хотя я тебя попросил, ну ладно, бесполезная, как всегда, иди за мной, надо сейчас найти, Катя. То самое, что мы с тобой ищем. Пошли. Да что ж здесь так темно, как в жопе у крипера. Кошмар. Слушай, а мы на самом деле в школе на уроке химии с медью делали всякие разные штуки. Мы там покупали синий порошок, выращивали кристаллы. По-любому все школьники сейчас тоже такой же фигней страдают. Не знаю, зачем это нужно, но очень интересно, конечно. Вот и я не знаю, зачем это нужно. Так, тут аккуратней, тут спавнер вот этих... Вот, ядовитых вот этих пауков, поэтому туда к ним не иди. Давай вот сюда, в эту сторону. На самом деле, такую шнягу можно делать не только из меди, вот из этого медного купороса. Можно из сахара сделать. Тоже, кстати, добавить разные красители, они будут таких цветных цветов, прикинь. Все, тихо уже будь, пожалуйста. Так, иди убей скелета! А здесь он... Алмаз! Так, он мой, чурмой. Ага, я уже забрал. Смотри, не зря мы с тобой в шахту отправились. Уже один алмаз нашли. Уже хотя бы прибыль какая-то есть. Ой, нам с тобой этот алмаз так нужен прям. Опа, иди сюда. А вот это тоже какой-то новый блок. Я в душе не чаю, что это такое, но он тоже в новой версии появится. И смотри, ну вот его можно копать. А, кстати, подожди. Если я не ошиб... Отойди в сторону! Отойди в сторону! А вот, походу, то, зачем мы сюда пришли. Пока сюда не подходи, пока я все не подготовлю. Защищай там нас от мистеров-криперов, хорошо?
Так здесь их даже нет, хорошо, ладно, стою, жду. Господи, мать моя, да... это то, это то! Так, да подожди, что? подожди, сейчас я скелетрончика убью, даже двоих скелетрончиков. Ты вот эту броньку-то натяни, пожалуйста, а то ты голышом ходишь, сейчас тебя кокнут просто за секунду. Так, кстати, точно, что это я такая растяпа-то? Мать моя женщина, так, Катюха, приготовь, пожалуйста, свой обморок заранее, хорошо? Да не будет никакого обморока, давай уже показывай все. Ну тогда иди сюда, давай, вот сюда подойди, тут развернешься и станешь спиной вот сюда. Давай быстро сюда ко мне. Так, ага. Все. Назад, проходи. Я скажу, когда остановиться, проходи. Еще... А это же тоже новый блок? Подожди, проходи. Чуть-чуть направо. Направо, да не смотри, а направо повернись. Смотри, иди направо. Да. Направо пойди. Вот, все, а сейчас разворачивайся и смотри. Кать. Кать, это аметист. Не подходи ко мне. Мне нужно прийти в себя, отойди. Ну ты пока лежи, но ты послушай звук, если ты сейчас будешь слышать его. Когда ты ходишь по аметисту, то такой звук. Подойди. Подхожу. Помоги мне встать, пожалуйста. Да, сейчас, подожди. Вот, все, вставай. Какое я тебе там желание должна была? Ну это я не знаю, это потом. Это когда я загадаю желание, потом тогда его и выполнишь мне. А почему, скажи мне, пожалуйста, вот этот... В последнее время не замечаешь, да, что фиолетовый цвет стал очень популярен? Ну, вот. Да, есть немножко, да. Вот почему мы не сделали, например, там какой-нибудь синий камень? Да, сделали именно фиолетовый, твой любимый, да? Вот смотри, даже твоя бронька незри, твоя зачаренная сливается с аметистом, да? Подожди, а вот это вот что такое? Нет, не трогай! Пока не трогай. Ты пока подписчикам расскажи то, что вроде, если я не ошибаюсь, аметист твой любимый камень, да? Да там не то, что мой любимый камень, это мой камень по знаку зодиака, по гороскопу, по всем китайским календарям. Если сложить все мои цифры даты рождения, то получится мой камень аметист. У меня даже в маленьких вот этих вот книжечках детских, которые вот анкетки, там даже по всем совпадениям мой камень. У меня сережки с аметистом, у меня в моем браслете камушек, который ты мне подарил, он тоже фиолетовый, это тоже аметист. Короче... Всё! Мы поняли! Подожди, стоп! Это, вот как раз таки, это почти самое главное в новом обновлении Майнкрафта. Подожди, вот эти вот блоки... Слушай, тихо, подожди. Послушай звуки, тихо. Тихо, заткнись. Это музыка для майнкрафтовских ушей, Кать. Я остаюсь здесь жить, в общем-то. Потом, когда я соберу достаточно аметиста, я приеду в город. Мы перестроим весь город в аметистовый город. Домик Кати Крафта перестроим. Мадрядский домик тоже перестроим. Корабль полностью сносим. Делаем его из аметиста. Угу. Герману будку делаем из аметиста. Всё! Школу делаем из аметиста. Всё, разогналась. Дай я хотя бы объясню-то, подожди. В этой аметистовой комнате могут расти, как ты видишь, аметисты. Но... Они растут на специальных блоках, вот смотри, на которых трещина изображена, видишь? Это жиода называется. Жигули, как? Жиода. Аметисты тоже можно собирать, но только те, которые выросли уже до максимального состояния. Вот эти, смотри, маленькие.
Я как бы разрушить могу, да, но из них ничего не выпадет. А если разрушить большой аметист, из него выпадут и вот это аметистовые кристальчики. Так и что с ними делать можно? Да какая разница? Из аметистов можно крафтить дофига всего остального. Так, только самое главное — разрушать только те аметисты, которые уже до конца у нас выросли. Вот этот вырос, вижу. Нет, это маленький. Нет. Еще, Кать. Блин, слушай, так это же можно дома выращивать, да? Нет. Только тут они растут. Они растут только на вот этих блоках, на которых вот кристальчики внутри нарисованы. Вот. Так давай его заберем домой. Ну так в этом-то прикол, то что нифига не работает. Даже если я возьму кирку вот шелковым касанием. Ну я ж тебе туда я покажу! Я нечаянно его сломала, я не хотела. Че, он совсем пропал, что ли? Все, он больше не работает. Да, вот смотри, обычные блоки сломать можно. И они выпадают. А вот эти блоки, даже шелковым касанием, если ты их ломаешь, они вообще не выпадают. То есть они растут. Собаки. Просто какая разница? Вот сюда будем каждый раз приходить, и отсюда будем аметисты добывать всегда. Вот собаки, а? Ну почему они такие вот не могли оставить, а? Кошмар. Ну а сейчас, раз уж мы с тобой нашли даже немного меди, раз мы с тобой нашли немного аметиста, я тебе все же предлагаю отправиться домой, и я тебе еще кое-что покажу, а потом мы сюда вернемся, когда только захочешь, хорошо? А так это, в принципе, можно не уходить. Можно здесь остаться жить. Да, этих залежей аметиста полным-полно в новой версии Майнкрафта. Я тебе обещаю, то, что мы сюда еще вернемся. Все, пошли давай домой. Обещаешь? Если ты выполнишь мое желание, которое я загадаю, обещаю. Пошли. Ну, что теперь уж делать? Я реально проспорила. Я же не ожидала, что тут такое будет. Поэтому, да, желание с тебя. Просраивайся наверх. А у меня только блоки из аметиста есть. Ну, значит, аметистами просраивайся. Ну, пипец. Это на меня, между прочим, очень жалко. А куда простраивать? А, вот дырка, все вижу. Так, ага. Погнали. Медь — это же у нас, ну, обычная руда получается. Ее также можно запихнуть в плавильную печь. И посмотри, господи! Смотри, вот посмотри, какой красивый вот этот медовый слиток, медный. Так, ну это же как золото, как... А, ну да, ну на золото, кстати, похоже. И вот из двух таких куперов ингота, выброси мне сюда обратно, из двух таких вот медных слитков и из одного аметиста можно, Катюха, сделать... Господи, ладно, вот держи, одну тебе, одну мне, бери. Так, и что это такое? Бери. Спуглас. Такая, да ты можешь не читать! Ну иди сюда за мной! Иди сюда за мной! Сейчас мы с тобой, Катя, 100% пираты будем. Подойди сюда, пока ничего не тыкай. Сейчас мы на наш корабль сюда заберемся. Вот сюда, на вот этот мостик. Бери вот эту вот фигню в руку и тыкай правой кнопкой на маяк. Так. Да ладно! О, я твой рот вижу. Ты-то в мой рот не смотри лишний раз. Это, Катюха, подзорная труба в Майнкрафте, которая крафтится из аметиста и двух слитков меди. А ну подожди, да, я твой рот тоже посмотрю. Ты где? Вот. Я тут. Господи, я в глаз смотрю, чё он у тебя такой большой? Слушай, позорная труба — это же вообще находка. Вот, например, нужно какого-нибудь мистера Крипера выследить, и его сразу видно будет. Подожди. Или не мистера Крипера, а на вот этих наркоманов Петровича. Мы же можем здесь стоять и просто вот, просто в окна подглядывать, чем они там будут заниматься. Полезная фигня, кстати. Это же ведь не все, что добавили в Майнкрафт, верно? Что-то же можно еще крафтить. Ну покажи, а вот для чего еще аметист нужен? А мне для чего нужна? Покажешь, а? Ну покажи. Это 100% не все, что я тебе показал. Там на самом деле еще офигеть, сколько всего много нового добавили. Я тебе покажу, но... Давай продолжим то, чем ты занималась в начале этой серии. Достроим корабль, а потом я тебе все остальное покажу, а? Да, он и так уже достроен, в принципе, уже все, ничего не надо. Все, давай, пошли показывать, пошли. Аметист. Ты же в начале серии совершенно не хотела, чтобы я тебе что-то показывал. Вот сейчас пойдешь, вот мое желание, сама
полностью, весь достроишь этот корабль, а я пойду в джакузи. Когда достроишь, тогда я тебе все остальное и покажу. Вот это поворот, конечно, вот это я не ожидал, вот это вот нож в печень, спасибо большое, блин. Иди вот достроить. Вот ты загадывай желание. Иди корабль достроишь, потом придешь и разбудишь меня в джакузи, ага, все. А хотя какая джакузи, я даже не в джакузи пойду, я сразу в баньку-парилку пойду. Ну вот иди и парься там. Вот и пойду и попарюсь. А еще Маринку позову, она вместо тебя мне веником по спине бить будет, ага. Да, Маринка без своего плаща в этом купальнике такая страшная, ты там испугаешься. Ой, в баньке много дыма. Страшная, не страшная, я ее здесь даже не разгляжу. Ага.